Выйти на чистую воду пытались сегодня представители российских и зарубежных компаний, съехавшиеся на специализированную выставку и конгресс. Там показали разработки по очистке живительной влаги. Какую воду мы пьем и как она должна измениться? В проблему окунулась Диана Василова. Вкусная водичка? Да. Вкусная. О вкусах здесь не спорят. В этом детском садике уже не одно поколение выросло на воде не из-под крана. Поменять источник руководство решило почти десятилетия назад. Питьевая вода, которая бежит из крана, она оставляет желать лучшего. Там есть, возможно, и запахи, и примеси. Поэтому как бы для состояния детей здоровья, ну то есть для здоровья детишек, мы все-таки рекомендуем, ну и сейчас уже по санитарным требованиям, именно бутилированная вода. Вода бутилированная внушает, конечно, больше доверия, чем та, что течет из-под крана. Однако и здесь не все так чисто. Как показывают исследования госалкогольинспекции, многие производители в погоне за кристальным результатом настолько очищают жидкость, что удаляют из нее даже жизненно необходимые элементы. Слить воедино чистоту, пользуясь современной технологией. Над этим трудятся сотни умов. Новейшие разработки со всей страны стеклись на Казанскую ярмарку. Как воду подготовить и как ее отработанную очистить? Где-то теория уже внедрена в практику. К примеру, в Челнах водоканал поставил оборудование, уникальное для республики. Мы смогли установить ультрафиолет обеззараживания. И вся питьевая вода сегодня, которая поступает потребителям набережных Челнов, проходит такое обеззараживание и гарантированно от всевозможных вирусов. В программе выставки и круглые столы. Воду здесь не льют, а думают, как ее использовать рационально. Экологи, чиновники, жилищники и энергетики. Достаточно серьезные средства, как отдельно по программе «Чистая вода», так и по программе обеспечения, водообеспечения населенных пунктов Республики Татарстан, так и по объектам универсиады, по объектам фонда возрождения. Огромные средства вкладываются в республики. И мы с большим удовольствием те современные технологии, новые технологии, которые предлагаются участниками выставки, будем использовать на своих объектах. Понадобится свежее идейное вливание для федеральной программы «Чистая вода». Ее реализуют сейчас в Татарстане. Через пару лет даже водопровод должен стать безопасным и полезным источником. Диана Василова, Адель Мендубаев, «Вести Татарстан».